Я вот иду и чувствую, что солнце мое, видишь, солнце вышло, как хорошо. Следующий поход в этот город будет... Я вышла вам показать этих спортсменов. У меня к вам очень важное обращение. Если есть кто-то, кто из Еревана едет в Германию, пожалуйста, напишите мне. Привет, друзья! Мы сегодня в этом видео поедем в Лейпциг. Лейпциг – это соседний город с нашим городом. Там много торговых центров, там много развлечений, там много вкусных ресторанов. Так что не переключаемся, будет весело и интересно, да? Да. Дорогая, ты заметила, что в Германии очень погода влажная? Я вот иду и чувствую, что тут солнце особо не чувствую, а понимаю, что солнце тут особо часто не светит. И влажность такая, интересно, большая, процентная. Нет, может, еще выйдет солнышко, я не знаю. Ну, пока что мы очень редко видим солнце. Да, пасмурная погода. Но раз в какой-то период есть такие яркие дни. Я туда выбегаю на улицу. И загораю. А куда мы сейчас идем? Мы идем к тем цветочкам, потому что я их увидела. Мы должны пойти сейчас на поезд, а Танюшка говорит, там цветочки, давай к цветочкам. Как быть? Как быть? Чтобы увидеть вот этот маленький кусочек цветочков? Прекрасный маленький кусочек цветочков, сделать фотографии, выложить для вас в Инстаграм, в Телеграм, чтобы вы посмотрели тоже поближе. Так что переходим в Телеграм, Инстаграм, ТикТок и подписываемся на наши социальные сети тоже. Угу. Вот так и живем. Мы в электричку, мы разместились. Это не электричка, это поезд. Это электричка. Поезд. Нам очень удобно. У нас тут со столиком. Поезд, так поезд. Едем в путешествие. Путешествие. Так, малышки, друзьяки, все, мы доехали. Уже вышли из вокзала. Тут уже солнце, вы понимаете? Зря мы очки не взяли. Но ничего страшного, такое тоже может быть. Большой такой город, видно, что много народу, и будет нам весело. Это миллионник просто. Миллионнище! Ладно, вышли, сейчас поймем, куда нам двигаться. Солнце такое прикольное. Это уже большой плюс. Друзья, что мы тут увидели? Торговый центр, и на торговом центре написано... Добро пожаловать в Лейпциг. Это тот город, куда мы приехали. Получается, тут русский язык очень даже популярен. Город вполне такой туристический. Куча народу, люди на великах. И сегодня у нас суббота, правильно? Сегодня суббота, очень людно. Очень-очень. Очень красиво, очень тепло. Нам понравился уже этот город. Хоть мы не успели отойти от ЖД вокзала далеко. Да, мы ходим минус 5 где-то, может 10. Хотим найти, откуда кофе купить, кажется, попить. Кроме Макдака ничего не встретим. Не, я видел, что вон там была кофейня. А это не дорога. Дорога ездит, машины в велосипеде. Машины как хотят, так и ездят. Тут так принято. Ага, ты знаешь, да? Я уже все знаю. Ребятушки, хочу вам показать немножко красивых улиц Лейпцига. Красивых балконов. Домов этих вообще парадных. Так хочу как-то медленно вам все это показать. В общем, друзья, обстановка такая. Зашли мы в каких-то 2-3 магазина. Сейчас мы, наверное, до вокзала минут 15 только как отошли. Я говорю, все, я уже не могу ходить, я уже устала. Давай уже искать какое-то место, где-то присесть, где-то попить кофе, чай. Я уже ничего не хочу, я уже устала. Ребята, тут такая красота. Сейчас я вам это все покажу. Итак, вот такая у нас огромная площадь. Она широкая, если честно. Вон мой муженька, вы видите, да? И вокруг. Кстати, друзья, вот это очень здание красиво. Кстати, что я хотела сказать. Нам написали комментаторы наши дорогие, это новые подписчики, написали, что можно людей снимать. Все нормально, можете снимать. Поэтому я уже более как-то свободна, а то я только наводила на себя, как мне сказали ранее.
И только так могла показывать, типа, смотрите за мной дом, вон там красивый дом, обратите внимание. А сейчас я уже знаю, что можно показывать, поэтому смело поворачиваем и делимся красотой с вами. Hello, bro! Hello, my friend! Солнце мое, видишь, солнце вышло, как хорошо. А мы говорили, тут вечно пасмурно, вечно сыро. Где солнце? А вот и солнце есть. Такие нытики. Все, я тебя приглашаю пойти попить кофе. Какие ногти! Вон туда пойдем. Давай. Дорогая, представляешь, негде сесть. Кафешек не так уж и много, всего лишь там 2-3. И все забиты просто людьми полностью. Вон там еще вижу кафешка. Куда сейчас тоже пойдем проверим, но видно, что просто люди. Ну, молодцы, классно. Посмотрите. Просто неповторимое количество людей. Просто выходной. Друзья, солнце просто восхитительное. Я не могу нарадоваться. Танюшке что-то не нравится, она возмущается. Очки. Я просто кайфую. Просто чибо. Эксклюзив. Ну, написано чибо. Да вижу, я вижу. Пойдем попробуем оттуда кофе взять. Друзья, короче, вот кафешки, это отдельная история. Нужно стоять там... Чтобы вырвать столик. Как это слово правильное? Шухер. Как шухер? Как называется? Шухер? Ну, это другой шухер. Короче, стоять и выжидать свою, свой столик. Если освобождается, быстро бегать и садиться. То, что там, не знаю, как это все работает. Это дома, видишь, вообще? Да, дома реально, что ни крути, архитектура немецкая. Это просто немецкая архитектура называется. Я все правильно говорю. Да, я там опера. А там сзади, чуть-чуть дальше, смотрите, чертово колесо. Идем туда, идем. Идем, споем, для всех покажем, как мы умеем петь. О, я хочу часы. Зая, я вижу то, что я хочу. Это просто то, что я хочу, друзья. Вот это хочу. И придет этот день, я приду сюда, зайду и куплю вот часы. 64 500. Вот эти. 64 500. Я Танюшке говорю, я первый раз вижу, чтобы вот так на витрине Cartier выставлен просто со стороны улицы. Роликсы всякие, это для меня очень удивление, потому что ну, у нас это спрятано под 5 замками, чтобы зайти там охранник тебя чуть ли не проверяет на сканер, что у тебя ничего лишнего, кроме денег, нету. А тут они просто выставлены в открытую. Вау. Это нормально? Конечно. Да, это нормально, в принципе. Вот тут синяя дорожка. О, синяя дорожка. Ах, ты такой смешной, я не могу. Синяя дорожка, как не радоваться? Радоваться. Да, красивый какой-то торговый центр. Дорогой, как я люблю. Это уже мое любимое место. Я во все в это не верю. А Танюшка говорит, нужно загадать желание, потереть ножки. А я в это во все не верю. Я более верю в другие методы, чем потирание ножек чужих. Еще одно искусство. Что, пришли денежки? Я не денежки загадала. А? Я не денежки загадала. Ладно. Друзья, чем дальше, тем больше народу. Мы сейчас двигаемся к чертовому колесу. Я смотрю, там просто народу немерено. Можно на крышу подняться, смотри. Ты не туда смотришь, вон туда. А, да там тоже, наверное, какой-то рейсик. Мы уже все, уже идем в Starbucks. Идем в Starbucks, ура! Yeah! Спустя сколько времени? Не знаю, когда мы пили? Никогда. Мы с моей женушкой очень хотели на улице сесть, но не получилось. Зато получилось. Найти Starbucks, и это уже шасти. Шасти. Но не получилось, зато получилось. Смотри, можешь, хочешь, вон там статуи, видишь там? Золотые эти? Части, да, можно протереть, нужно просто подпрыгнуть. Оказывается, сидит это такое счастье, мы что-то взрослые, оказывается, старички.
походили 2 часа и уже все, не можем, надо сесть. У нас зато есть Starbucks. И, слушай, и вот это я называю, конечно, американо. Вы просто посмотрите. Размер, да. Да, на меня лично бы было понятно, вот какой размер кружки. Да, тут делают реально кофе такой, который мы привыкли видеть обычно. И это средний размер, я заказал, не могу. То есть это небольшой? Нет, это еще не большой, это средний. Большой еще больше. И, конечно же, Танюшке морковный морковный тортик. Морковки – это уже само слово сочетание звучит типа полезный, понимаете? Полезное питание. Полезное питание, правильный тортик. То есть одни витамины, морковка. А, так, друзья, не слушайте, просто хочет похвастаться, что она кушает правильно. Пошутить хочу. Пошутить хочет, чтобы было понятно. Шутка. Ладно, раз Акопчик меня уговорил взять тортик, я попробую. Я, если что, я худею. Это обман. Тортик-то хороший. Да, орешки. Морковный. Вкусный морковный. Морковный вкусный. Морковка вкусная. Я переживала, что он этот слой будет очень масляный. А он вкусный. И, кстати, ребята, кофе вкусный. Мы уже с Акопчиком попробовали и поняли, что кофе действительно настоящий, вкусный и классный. Милый, приятного аппетита, моя сладость. Тоже так нормально налетел, я вижу. Я так и кушаю. Сразу полтортика и все. Я не хочу больше. Ребятушки, все, мы под кофе ели, вкусненько посидели. Яковчик сказал такую правильную мысль. Сейчас я хочу это. Мне подарили крышки, говорит. Насколько правильно все построено здесь. Мы сидели, у нас сейчас была трансляция, кстати, всегда приходите на трансляцию, заходите в чат. И мы сидели час в этом Старбаксе, и час стояла очередь. Просто вот так, одни выходят, одни заходят. Не те же люди, просто очередь не заканчивается. Одни уходят, другие заходят. И не было такого, чтобы человек зашел и сразу подошел к кассе. Потому что как минимум 5 человек в очереди стоят. Слушай, правильно построенный бизнес. Да, учитесь. Учись. И у нас тоже покажет. Так будет. Да, ура. И они мне дали кружку за то, что мы сидели так долго. Пустую. Следующий поход в этот город будет... Мы покатаемся на вот таких автобусах. А на таких автобусах всегда рассказывают все об этом городе. Самые интересные места показывают. И самые интересные рассказы рассказывают. Поэтому всем советую, если вы оказались в новых... в городах, в новых странах, то обязательно найдите вот эти красные автобусы и прокатитесь на них. Это как экскурсия с обзором. Они стоят, кстати, где-то в районе 50 евро, но оно того стоит. Вы сразу за 2 часа увидите весь город полностью. Ребята, а я, как обычно, в своем репертуаре хочу вам показывать все красоты, которые вижу я. Дом. Например, дом. Вот этот шикарный балкон. Например, дом. Вот тот храм. Это пропускаем, это современное, нам не интересно. Ну все. Ну все. А еще тут люди устраивают всякие шоу. Если Танюша встанет передо мной, я их покажу. Прям передо мной. Встань вот так, чтобы не было видно, что я их снимаю. Вот так. Вот так. Музыканты. Не знаю, какие, но люди вот так выглядят. Вот на ножках. Сделай так, чтобы их было видно. Ну отойди что... уже, стой там и отойди. Вот так. На ножках такие классные колокольчики, я не могу. Да. Они делают вот так, ножками ходят и ножки чом-чом-чом-чом-чом. Сейчас у них, наверное, шоу будет или было? Нет, я думаю, что они только готовы. Обувь, конечно, конкретная. Я уже утепляюсь, уже прохладненько. И мы проходили возле красивого очередного здания. Конечно, архитектура, ребята, здесь загляденье. Ну, в принципе, как и по всей Европе, конечно. Везде по-своему шикарно. Такое все вообще там вырезанное.
У меня уже шея болит, знаете, когда люди ходят там, в телефон смотрят, у них вниз голова постоянно болит, шея. Я вот так смотрю, потому что, ну, типа, стены, крыши, все такое красивенное. Ой, это что еще то? Может быть, опера какая-то? Ты не знаешь, что это за... Я уже устал, я хочу есть. Давай или вон с правой, или с левой стороны. Где-то что-то подкушаем. Давай, хорошо, да. Мы находились уже сегодня как кони. Ну, еще чуть-чуть. Особо, просто хотели одно, получили другое. Ничего, все мы получили, что хотели. Не переживай. Все хорошо. Мы приедем еще раз и поедем в тот магазин, который ты хотел. Все будет хорошо. Мы всегда добьемся того, чего хотим. Дай пятюню. Это уже совсем другой поход. Красивую дай. Тю, молодец. Так, друзья, мы что-то не то заказали. У нас получилось один бургер и фри. И вода какая-то в итоге. Ну, ничего страшного. Мы сейчас это покушаем, попьем и пойдем в переднее заведение вон туда. И еще оттуда что-то покушаем. Знания языка, это все наугад, ты пытаешься им рассказать, они английским не очень владеют, поэтому ничего. В общем и целом, приятного аппетита. Ой, губки вытри. А, нет. Ну, кушаешь ты вкусно, как тебе? Ну и супер. Ну, тут чуть немножко расстроиться, потому что мы заказали два бургера, типа, один комбо, один такой. Но ничего. Еще я вам хочу рассказать, что такие кружечки дают, железные, очень прикольные. Есть аппарат с водичкой. Сейчас я вам все покажу. Где такой типа терминал, много разной водички. Это я выбрала вот эту. Некрасивая травка нарисована, но там на вкус как тархун. В общем, какую хочешь, можно просто воду, можно любую, лимонадик. И, насколько я понимаю, то есть эту кружку можно безлимитно наполнять. Потому что я уже раза три подходила и по чуть-чуть разные водички наливала. Снова пробовать. А теперь милый мне оставил вот такой красивый кусь-кусь бургера, да? Спасибо, мое счастье. Друзья, как видите, уже ночка темная. Мы нагулялись, насмотрелись магазинов разных. Ничего не купили, потому что нам ничего не понравилось. Мы очень четко выбираем то, что хотим. Четко? Четко-четко. И четко ничего не понравилось, по сути. Так, подожди, я хочу показать эту площадь еще ночью, потому что мне она, друзья, очень-очень понравилась. Еще там красивый храм виднелся, но мы его уже прошли. И не видно его за деревушками. Все, мы, наверное, двигаемся в сторону нашего поезда и будем добираться до дома. Идем. Друзья, хочу чуть-чуть повозмущаться. Во-первых, не возмущение, просто красивый вид. Во-вторых, из всего вот этого большого выбора магазинов, реально вот ни одного такого магазина не увидел я. Чтобы сказать, вот этот магазин классный, отсюда можно что-то купить. Мы вот обошли, не знаю, магазинов 50, если даже не больше. И все магазины какие-то однотипные. Ничего такого интересного, красивого, привлекающего. По крайней мере, под мой вкус не попался нам. Это для меня было удивление. И говорю вам честно свое мнение. Вот отсюда, из всего вот изобилия магазинов что-то купить, это купить ради галочки, что мы что-то купили, и все. Да, единственный там магазин, который меня удивил, это был Rolex. Мы туда не зашли, и, соответственно, ну зачем пускать слюни. Ну, в общем и целом, вы поняли, я чуть-чуть недоволен этим городом, вот так, да. Много народу, много туристов, много магазинов, очень много. Но, ладно, вот и все мое возмущение. Зато красивый вид. Дорогуша, я тебя привез вообще-то на целый фестиваль-праздник. Тут даже каток и это чертово колесо. Все тут есть для тебя только. Мне нравится. И это, чтобы честно. У тебя было настроение хорошее. Еда есть. Мне и так хорошее. Мне все понравилось. Просто я устала. Ладно, у меня настроение такое особенное. Смотрите, какой каток тут. Ой, смотри, я могу вот так туда сесть, вот такой тазик, а ты меня можешь катать так сзади. Привлекает очень. Очень привлекает. Предлагаю сделать круг. Поддерживаю. Да, это не фестиваль, это ярмарка. Красивая, светящаяся ярмарка.
Коко Джамбо, я-я-е! Я-я-е! Кто помнит эту песню, ребята, напишите в комментариях. Это песня моего детства. Я думаю, вашу тоже. Put me down. Отсюда можно взять конечки и покататься. Ребятки, всем доброе воскресное утро. Я вышла вам показать этих спортсменов. Вы только посмотрите, они разминаются, и у них сейчас будет... У них сейчас будет беговая тренировка. Вы это понимаете? Какой у Акопа есть теперь компаньон? Меня же не заставишь побегать? Молодцы, просто молодцы, друзья. Лайк, ставим лайк спортсменам. Я, конечно, нет, не с ними сегодня. Ну, в следующий раз. Спортсмен, ты хочешь, чтобы я занималась? Все, всех призываем заниматься спортом. Спорт – это хорошо, спорт – это здоровье, спорт – это весело. Поэтому... заставляем себя, встаем и идем на пробежку. Сейчас у нас будет 20 минут пробежки, а потом мы 20 минут потренируемся собственным весом. Хорошо? Ты готова? Таймер запускаем. И просто 20 минут. Смотри, какая собачка красивая. Просто это боится. Боится всего. Да. Так, ставим время поставить цель. Цель будет у нас 20 минут нормально? Отлично, я даже считаю. Остановиться. Цель у нас 20 минут. Are you ready? 3. Начинаем тренировку. Let's go. Woo! Побежали, спортсмены. Тогда. Ну что, спортсмены? Спортсмен пробежал, пришел. Пусть будет, почему бы нет? Давай, давай. Сейчас будет еще домашняя тренировка. Минут да? 30 с Миланой, да. Молодец. Просто какие молодцы. Училище. Какие спортсмены, какие красавчики. Милаша, ты молодчинка просто невероятная. Лучшая. Лучшая. Молодец. Давай, молодец. Если не получается 15, сделай меньше, хорошо? Я с такой красивой женушкой. Неповторимый, вот это красивая, а это моя женушка, знаете. Чук-чук-чук-чук-чук. Вышли на прогулку, погода хорошая, как видите, солнце у нас постоянно. И это может, не может быть радостью, это просто счастье, когда солнце постоянно. И еще мы вчера взяли со Starbucks кофе, сегодня туда налили кофе и с помадкой пьем. Пойдем чуть-чуть прогуляемся, может что-то будет интересно и во время прогулки, а может и нет. Но мы уверены, что будет, будет. Будет весь мир интересный, каждый день интересный. Мы интересные. Каждая секунда интересная, мы интересны. Привет. Помада нельзя. Так, друзья, мы зашли в первую очередь в Fit One. Это тот фитнес-клуб, куда я ходил тренироваться. Туда и ходила тренироваться Танюшка. И по условиям. Я говорил в прошлом видео, что так как у меня нету дебютовой карты Германии, я не могу ходить и покупать абонементы. Абонементы продаются месячные и годовые. Если годовые, то, соответственно, дешевле. Годовой я вообще никакими иностранными картами не могу платить. Ну, а обычный месячный абонемент я могу купить обычной своей картой. Наличными платить нельзя, никакие варианты платежки, то есть ты даже воду не можешь купить наличными деньгами. Это, конечно же, прикольно, мне это нравится, но мне не нравится, что у меня нету карты, ты не можешь ничего себе купить немецкой, но зато у меня есть, смотрите, сколько денег. Это та страна, где ты начал носить наличку. Да. Хочешь ты этого или нет? Ты тупо мусишь. Должен. И смотрите, друзья, по поводу моей просьбы, я еще раз повторяю. Если есть кто-то, кто из Еревана едет в Германию, пожалуйста, напишите мне, как вам написать. Берете ваш телефон, открывайте Телеграм. В Телеграме пишите вот там, где есть вот эта строчка, написать сообщение. Там пишите «Акоп Сириканян». Появляюсь я, тыкайте на него и напишите «Акоп, я из Армении еду в Германию, в любую страну. Мне нужно, чтобы вы принесли с собой одну пару кроссовок,
пожалуйста, по-братски, помогите кто-нибудь. 2 или 3 человека написали нам в комментариях, но я в комментариях им написал то же самое. Напишите в Телеграме. А я им, это я Акопу сказала, что объясни людям, потому что, может быть, не все понимают, что такое написать в Телеграме. Это правда, если это люди какие-то взрослые, может быть, они вообще не знают, что такое Телеграм. Поэтому Акопчик рассказывает, что это такое маленькое приложение, Телеграм, туда нажимаете. Это не маленькое приложение, это другое приложение. Напишите, пожалуйста, в Телеграме. В комментариях не надо писать. Или если вы написали нам в комментариях, будьте добры, прочитайте, что я в ответ вам написал. Да, мы вам там... Спасибо большое, жду от вас... Просто море сообщений, что все хотят привезти. Армении едут в Германию. Ура. Так, друзья, еще. У меня к вам очень важное обращение. Смотрите, если у вас есть денежные средства, и вы хотите ими правильно располагаться, то у меня есть отличная идея. Сейчас не хочу эту идею полностью рассказывать, раскрывать. Я хочу, чтобы у нас появился инвестор, в буквальном смысле этого слова. И он с нами связался. Я с этим инвестором обсужу, расскажу про свою историю, про свою бизнес-идею, и я думаю, мы сойдемся на «да» в любом случае, потому что идея очень крутая, и она будет в любом случае работать. Поэтому внимательно, предложение делаю. Если у вас здесь бабки, вы хотите в какое-то дело вложиться, свяжитесь с нами, со мной. И я расскажу, опять же, что я хочу сделать. Короче, повтор идет. Идея возникла, идея всегда была. Но сейчас есть возможность осуществить, реализовать эту идею. Я горю, я разжегся этим. Нужны бабки. Одним словом. И вообще-то это сейчас мы шли, обсуждали. Я говорю, почему ты вот это все то, что говоришь мне, ну это реальные вещи, крутые. У нас столько людей со всего мира нас смотрят. Почему ты не хочешь это сказать нашим зрителям в YouTube-канал? Якоб сказал, ну ладно, давай. В общем, включай шарманку, сейчас скажу. Включай, да. То есть я очень верю в своего мужа. И я уверена, что найдется такой человек, который тоже захочет эту идею с ним разделить. И мы станемся миллиардерами. Да? Тюня-тюня. Включай шарманку, говорит. Просто сейчас идем по центру, не знаю, какой-то улицы. С правой стороны, с левой стороны магазины. Все закрыто. Все закрыто. Я не понимаю, как они работают, как они действуют вообще. Как это так? Время в воскресенье 5 часов. Да они даже не открывались. Они даже не открывались, сам факт. По воскресеньям тупо все закрыто. Продуктовые. Да есть деньги, хочу потратить. Деньги есть. Нету, ничего не открыто. Что делать? Супермаркет, ой, не супермаркет, торговый центр тоже закрыт? Конечно, закрыт. Ты помнишь, когда ты меня какие-то выходные... Серьезно? Говоришь, выходи. Деньги есть. Все нормально. Где тратить? Ты помнишь, ты меня отправил? Едь, иди в кафе, иди гуляй, иди что-то себе купи. Я поперлась, а там закрыто. Сейчас хотя проверим. Я знала, я просто забыла. Друзья, мы сделали покупки, мы купили нам футболки очень классные, крутые, которые очень давно хотели. Если честно, не очень давно, ладно. Танюшка сейчас подробности расскажет. У нас, кстати, есть деньги. Ты же говорил про свои деньги. Хорошо, и сидим, кайфуем, кофе пьем. В общем, мы пришли отмечать покупочки, вы уже поняли. Мы показываем, потом один и покажем. Один и покажем. Ну ладно, просто хочу вам сказать, что мы купили покупки. Мы не обманщики. Нам принесли кофе. Просто принесли. Я вижу, тарелочка моя надбитенькая такая. Ага, понятно. И это не испортит нам настроение. Мы будем отмечать. Да у меня отмечать. Тоже, смотри. У тебя тоже? И это, чтобы вы понимали, мы не зашли в какое-то самое первое купавшееся. Это мы искали красивенькое местечко, более-менее уютное. Ну, давайте попробуем тогда какой здесь кофе. Горячий. И крепкий. Кофе горячий. Все, друзья, вот я в своей новой футболочке. А Копчика покажем в следующем выпуске уже. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписочку, лайк, комментарий и переходите обязательно на видео, которое здесь выскочит в окошечке.